Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня я решил создать опрос на тему, чем мне снимать Minecraft Pocket Edition, шейдерами или текстурпаком. Ну, первое видео будет о шейдерах, а второе видео будет о текстурпаке, поэтому предлагаю вам смотреть. Приятного просмотра! Ну что ж, это были шейдеры. Теперь наступила очередь текстурпака. Поэтому я еще раз повторю и скажу приятного просмотра. Thank you.